хотел еще добавить по поводу того, что если... Полетели. А, сбилось? Нет. Нет, идет. Сейчас? Нет, не с ночной. Значит, нашел я себе вакансию. А в начале дня в 6 часов должен быть на месте в кино, в кинозале. Там начинается клининг до 10 часов. Чистка, мойка, пылесосение и все такое. А можно я сниму? Фото, видео. Если можно. Ну, вот те, что... Немного сбили меня. И когда ехал домой, после того, как освободился в начале дня, солнце уже подпекало, было уже плюс 29. Негоже, конечно, под такие виды, такой текст. Ну, выбачайте. Вижу, полиция едет, польская. А у меня уже вместо зеленого желтый засветился. И вижу, но вообще на него не успеваю. Я, как последняя скотина, поехал на желтый, мигающий уже в последние секунды. И поехал себе дальше. Спустя где-то 2,5 минуты догоняет меня полиция. Они, видимо, ехали за мной и изучали меня. Глядели, как я себя дальше вести буду. Это, конечно, сильная надпись. Вот так все выглядит. Глядели, и как я себя веду, и... В конце концов догнали меня спустя 2,5 минуты, где-то так. Останавливают, показывают на обочине остановиться. Выходят два пана и узнают у меня, знаю ли я, что поехал на... Я отвечаю, что желтый светился. Еще и я дико извиняюсь, если я ошибся. Какой-то такой был у меня ответ. Они с этим не согласились, сказали показать какие-либо бумаги, бумагу, как он сказал, документы. А, до этого узнает у меня пан, я ему отвечаю, что я не добже мовлю по-польски, по-польску. Он у меня узнает: ты русский? Я ему отвечаю да, потом киваю нет, я украинец. Мне добже. И начал со мной общаться уже на моем языке. А пан пытая документы какие-то, бумагу, у меня ничего не оказалось, я велосипед положил, поставил на него сумку, стал искать. И не нашел ничего. Не было у меня бумаг с собой, в общем. Как я усложняю это видео. Легче надо. Сказал, что я больше не буду, дико извиняюсь. И ехал на желтый. Виноват, в общем. Его помощник сказал, что меня машина могла сбить. Я это сам, в общем-то, знал. Узнал у меня, хочу ли я, чтобы меня машина сбила. На этом наш диалог закончился. Они отпустили меня, или как это сказать. Ну и я уехал. И финиш. Так действует полиция Польши.